Давно месяц лишним, вот недавно с ней в кино вместе вышли, а у кассы он стоит, этот Мишка, и нахально говорит, даже слишком, говорит он прямиком, дескать, задний ход, что со Светкою знаком, он почти что год, говорит, что за себя не ручается. Интересное кино, интересное кино, интересное кино получается. Светка, я ж в тебя влюблен, месяц лишний. Намекни ему, что он третий лишний. А она-то что дает? Ну и Света. Вдруг с улыбкой подает три билета. Говорит мне прямиком, так уж вышло. Ничего, пойдем втроем, негде слишком. А иначе тут конфликт намечается. Интересное кино, интересное кино, интересное кино получается. Трое рядом, друг на друга не глядим, больно надо. Я молчанием накажу эту Светку, я из принципа гляжу на соседку. Настроение у меня препротивное, а кино уже идет детективное. И соседка мне в ответ улыбается. Интересное кино, интересное кино, интересное кино получается. А соседка мне в ответ улыбается. Интересное кино, интересное кино.